Ну что же, приветствую всех тех, кто помнит, что такое серп и молот, и что такое Советский Союз. И приветствую молодежь нашу, для того, чтобы она услышала те хиты, которые прославили отечественный шоу-бизнес. Лучшие песни, лучшие исполнители. Первые исполнители групп, которые начинали этот трудный путь и собой, так сказать, протаптывали ту дорогу, по которой шли все остальные. Ну что же, в добрый путь. Скажите, пожалуйста, вы хорошо подготовились? Да? Выспались, да? Все выспались? Зря. Зря вы все выспались, потому что сейчас я хочу пригласить на эту сцену легендарную группу «Сладкий сон». Вообще супер. Я просто в шоке. Я первый раз увидела этих актеров. Но они все поуезжали. Я хотела сделать фотографию. Да, артистов. Все было просто замечательно. Танцевали? Танцевали. Очень много эмоций у нас. Мы восторгали, хлопали, стояли в первых рядах. Вообще отлично все прошло. Нам очень много понравилось. Спасибо, что вы приехали к нам. Вспомнили мы с ними вместе наши любимые старые песни. Всеми любимые. Спасибо огромное вам. Отлично танцевали? Конечно, еще как. Спасибо большое. Эмоции прекрасные, концерт замечательный. Я вспомнила эти песни. Хорошо они звучали и дома, и на улицах, и с ними ложились спать, и мы встречались. Я вспомнила свою молодость. Я вспомнила свое детство, молодость, как я под них танцевала. Я очень счастлива. Побольше бы таких концертов в нашем городе Бобруйске. Все было отлично, супер, дискотека, класс. Кто больше всего понравился? Ласковый май, конечно, ну и Bad Boys Blue. Ну и Разина классно спела. Как-то все, потому что это были песни наших лет, поэтому фристайл очень понравился. Танцевали? Признавайтесь. Мы на месте танцевали. This is more than just a game.
также побольше нам концертов таких присылайте, побольше тех, кого мы знаем. Сегодня было все замечательно, но вот мало. Мало, хотелось бы еще больше. И вот самого даже Шатунова хотелось бы, даже почему он к нам не приехал. Так что вызывайте нам.